Сегодня будем готовить суп из цветной капусты, мной любимый. Наверное, одна я его только люблю. Кота тут нашла. Главное капусту найти. Что-то ничего не видно. Да, ага, вот. Нашлась у нас и капусточка вот такая белая, красивая. Отрезали ее, положили в нашу емкость, в ящичек. Одели вот такие резиновые штучки, хлоп-хлоп, чтобы ручки наши не замазать. Нам нужна еще картошка. Идем копать. Смотрим, что у нас здесь. Тряхиваем. Так, она еще на кустике вся висит. Нам понадобится она на два кустика. Одного мало будет. Собираем эту картошечку нашу в ящичек. В ящик собираем картошку. Также нам еще собираем и маленькую тоже понадобится. Морковочка. Здесь у нас молодая тоже морковочка. Вот так вот ее вырываем. Молодая, маленькая еще. Поэтому возьмем несколько, может, штучки 4. Лучок также понадобится. Вырываем тоже несколько. Идем за перчиком. Уже перчатки сняли. Такой перчик зеленый, толстошкурый. Такой срываем. Ах, хруст какой стоит. А еще нам нужно будет петрушка или укропчик. У нас петрушка. Срываем тоже пучочек такой хороший. Все это мы слаживаем в ящичек. И еще нам нужно будет курица, но не это. Для супа из цветной капусты нам понадобится, собственно, сама цветная капуста, картошка, лук, морковка, перец, петрушка. Делаю с копчеными обычно крылышками, но в этот раз у нас вчера на гриле жарили эти ребрышки с крылышками. Вот осталось немножко, поэтому сделаю с ними. Также соль и перец. И больше ничего не добавляю. Ну что, поехали. Сначала нам нужно забросить мясо в воду. Затем туда добавить 5 вот таких вот картошинок порезанных. Все это добавляем то же самое к мясу. Забрызгала всю печку. Ну ничего, потом вытрем. Теперь берем цветную капусту и разделяем ее на кусочки. Так как у меня головка оказалась большой, мы взяли только половину. Закипит картошка, и мы же туда же сыпем дальше капусту. Идем дальше. Берем лук с морковкой и лук полукольцами, морковку соломкой режем и обжариваем до золотистости. Нарезали лук и морковку соломкой, также перец мы режем соломкой, но только помельче немножко. И все это на сковородку и Да. обжариваем. Цветную капусту отправляем картошки и мясу крылышкам нашим. Добавляем туда столовую чайную ложку соли. Ну, соль пробуем на вкус. Две лаврушечки. Доводим это до кипения. Сверху у нас петрушечка. Можно укропчика. Ну, укропчик мы Что не там? добавили, поэтому Сильные были петрушечка. Вот такая противники. вот у нас прозрачная, красивая получается вишечка. Сильные Всем приятного аппетита! слабенькие.